Я пытаюсь разобраться в вопросе, что важнее для человеческого духа, плоть физическая или слова. Потому что у Растана, с одной стороны, есть красивый герой, который не умеет говорить, а с другой стороны, некрасивый, который умеет. Что нравится японцам? Им нравится музыка Верди, в особенности опера «Травиата», и им нравится пьеса «Сирано де Бержерак». С одной стороны, куртизанка, которая вне каких-то границ общества, с другой стороны, человек с физическими недостатками. Поэтому я и пытался соединить вместе пьесу Растана про человека с физическими недостатками и музыку Верди, героиня которой тоже человек вне общества. Очевидно, что Роксана является символом другой культуры, потому что она другая, она говорит на другом языке, она вообще выглядит по-другому. То метод Судзуки – это тот алфавит, без которого невозможно говорить на сцене в спектакле Судзуки. Говорить, я имею в виду, говорить, действовать и так далее. Это свой уникальный язык конкретного режиссера. Понимать, что это не очень узкая история для конкретно одного театра, а это история про тело, голос, про время, пространство, про распределение себя в этом пространстве, про выявление своей актерской индивидуальности. Поэтому, на мой взгляд, каждый уважающий себя артист должен попробовать хотя бы раз в жизни метод Судзуки.